23 апреля 2006 года канадский город Медисин-Хат, расположенный в провинции Альберта, оказался просто потрясен, когда были найдены тела Марка и Дебры Ричардсон в подвале их дома. Они были несколько раз проколоты ножом, а в теле Марка вообще осталось мало крови. 8-летний сын пары Джейка был найден наверху с перерезанным горлом, а их 12-летняя дочь Жасмин оказалась пропавшей без вести. Изначально все переживали, что она могла быть похищена, но правда оказалась еще более шокирующей. Жасмин была обнаружена живой на следующий же день в провинции Саскачеван вместе с ее 23-летним парнем Джереми Аланом Стейнком. Им обоим сразу было предъявлено обвинение в убийстве ее семьи. Из-за большой разницы в возрасте родители Жасмин не одобряли ее отношения с Джереми. Согласно поступившей информации, незадолго до убийства он посмотрел фильм «Прирожденные убийцы», в котором изображалось, как молодая пара убила родителей девушки, прежде чем сбежать вместе и продолжать убивать на своем пути. Вскоре Джереми убедил Жасмин выйти за него замуж и согласиться на убийство своих родителей перед тем, как они убегут. После того, как пара была арестована, Джереми был признан виновным по трем пунктам обвинения о тяжком убийстве первой степени и назначено 3 пожизненных срока. Жасмин было предъявлено точно такое же обвинение, однако исходя из того, что канадское законодательство не позволяет выносить такие приговоры лицам младше 14 лет, пока они не достигнут взрослого возраста, Жасмин получила максимальное наказание в виде 10 лет. В настоящее время она проходит лечение в психиатрической больнице и, как сообщается, выразила искреннее раскаяние за свои действия.